Как ликвидировать нехватку мест в дошкольных учреждениях, во вторник обсудили члены областного правительства. В очереди на посещение детских садов в нашем регионе стоят 7,5 тысяч детей. В основном это дети от года до 3 лет. Наиболее сложная ситуация сегодня сложилась в городских округах Иваново, Кинешма, Кохма, а также в Родниковском, Лежневском, Ивановском муниципальных районах. Увеличение числа групп в существующих садах становится делом все более проблематичным. Поэтому единственный выход из ситуации – строительство новых и реконструкция зданий, которые некогда были дошкольными учреждениями. У Ивановского региона есть шанс получить инвестиции на возведение 2 объектов. 1 июня, как раз в День защиты детей, между губернатором Ивановской области и благотворительным фондом «Единение» было заключено соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта строительства объектов социальной сферы. С целью ликвидации очереди в дошкольных образовательных учреждениях, значит, в это соглашение вошли целый ряд объектов именно дошкольного образования, детские садики. Но это капля в море. Чиновники посчитали, чтобы полностью ликвидировать очереди в детские сады региона к 2016 году, а именно такой срок указан президентом страны, в Ивановской области должно появиться 14 новых детских учреждений. За 3 года на развитие системы дошкольного образования потребуется 900 миллионов рублей. Ситуацию могло бы улучшить появление частных детских садов, но предприниматели не спешат заниматься этим делом. Сады, по их словам, нерентабельный бизнес. Частники взывают о помощи. Для того, чтобы стимулировать частные детские сады, нужно принять следующие меры. Нужно разработать льготы по коммунальным платежам, по аренде земли. Нужно создать специальную структуру, которая помогла бы специалистам, дошкольникам разобраться в вопросах финансовых и юридических. Еще одна проблема в дошкольной системе образования – нехватка кадров. В детских садах региона существует 300 вакансий педагогических кадров. Все проблемы из-за низких зарплат. Статус педагога дошкольного образования из-за низкой заработной платы сегодня не привлекателен для молодых специалистов. Я напомню, что заработная плата в Ивановской области на сегодня составляет 8,5 тысяч рублей, средняя заработная плата. Большая психологическая нагрузка и ежеминутная ответственность за жизнь и здоровье ребенка, его личностное развитие при низкой заработной плате становятся причинами оттока кадров. С 1 января 2014 года зарплату педагогам детских садов увеличат. Сколько именно составит прибавка, пока неизвестно. Чиновники обещают, что заработок педагогов дошкольных учреждений будет не ниже, чем средняя зарплата учителей в сфере общего образования. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.